Приветствую вас, бродяги. Меня зовут Феникс. Я вольный сталкер. И это моя история. Прошлую мою игру на этом проекте мы убили, как нам казалось, сильного псионика, кукловода. Был большой замес, по итогам которого нас всех переместило во времени и пространстве. В следующую же игру ни меня, ни болотного доктора на проекте не было. Поэтому в этот раз организаторы решили по-особому ввести нас в игру и посадили нас в темницу, в пространственную аномалию. Здесь есть то. Здесь есть кто-нибудь? Болотник. Да. Фень. Это ты? Я. Слушай, где мы? Черт его знает. Последнее, что я помню, это проклятую морду. Красночерного этого. Тоже связан. Да. Нам с тобой вообще тут, видимо, никак. Дима, как ты думаешь? Откуда помещение? Причем, я так понял, капитально закрытое. Может быть, бункер или еще что-то такое. Дверь странная. Дверь железом все задел. Руки затекли уже. Ничего не чувствует. Подожди. Слушай, а мне на тебя никак не натянуться? Попробуй. Попробуй. Подожди. Нет, никак. Держит. Держит. А так? Давай еще. Не, не дотянусь. Я не дотянусь, док. Подожди. Что делать-то? Попробуй поближе ко мне. Может быть, я попробую развязать. Еще давай. А мне с ногами связал. Тяни. Еще. Еще. Подожди. Пошло. Подожди. Сейчас. Сейчас. Спокойно, Дима, блядь.
Терпи, док. Так. Ты цел? Цел. Руки занемели. Все, приходи в себя. Так, ну время у нас есть. Время есть. Где ваше? Оружие. Отлично. Патроны есть. То есть с тобой? Закрыто, судя по всему. Ни вытяжки, ничего. А вот холодильник какой. Слушай, я тут в зоне столовую видел одну, а в ней двери железные в холодильнике были. Ну-ка, отойди. Да нет, даже не пробуй. Подожди. Сволочь. Это все он. Ты голову помни. Имя его не будем упоминать. Мразь. Как же он вас заманил-то? Ты думаешь, это кукловод? Ну а кто же еще-то? Не хочешь? Открыть нечем. А? Хоть глоточек сделай. Воды? Воды. Подержи ствол. Давай. Ну вот надо экономить, потому что неизвестно, как мы здесь просидим. Тихо. Подожди. Что-то было? Ты что, слышал? Вот этот шел. Тихо, тихо. У хорошего сталкера всегда найдутся друзья, которые помогут ему в трудную минуту. К примеру, напарники. Но вот и мне повезло. Ты кто? Мун, ты кто? Мун! Мун, это Феникс! Мун, открой! Это Болотный! Свои, 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 Мун! Вы как? Живы, освободились уже. Ходите. Давайте живо, 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 живо. Я потом сейчас буду снять. Давай, 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 пусть как. Это свои? Это кто? Да, такой, кого я стал. Кого я стал, такой. Еп, мы в столовой. В бар. Мы в столовой. Болотник. Были в столовой. Тебе стул? Надо дойти сейчас до бара. Принято? Да. Погнали. Ты как? Голова нормально? Отлично. Все. Пси. Идешь передо мной. Феникс, давай сбоку. Это сама, давай, может, это все. Дай там будешь, либо мне. Ничего, ничего, еще. Ничего, 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 не бойся. Ты не бойся. Ты не бойся. Кровосос! Тихо, да, тихо, пошли, тихо, пошли, тихо. Пошли, уходим. Пошли, уходим. Уходим. Нож вытащи сзади. Да все есть. Нож у меня твой в руке. Не влетите в аномалию. Давай.
Сзади что? Чисто. Сзади кто смотрит? Чисто, чисто. Блин. Чувствую, чувствую. Подожди. Феликс, я на 5 метров вперед. Пси! Пси! Бар! Где? Нет! Сбавьте темп! Чисто. Итак, впереди. Не спи, не гони, Мун. Бар как неживой. Баре. Есть, нормально все. Привет. Привет. Девятый. А, это ты. Я тебя не узнал, бородой оброс. Жизнь такая. Что с тобой? Что так тяжело дышишь? Кто гнался? Ты мне скажи. Куда я из твоего бара пропал, когда в последний раз пил? А? Так это розовые сопли виноваты всему. Какие сопли? Чё ты мне лепишь? Так это напиток такой, ты что, не помнишь? Мы с тобой его пили. А куда потом попал? А хер его знает, куда пропал. Я не знаю, я не в курсе. Слушай, тебя какой год? Год? Сейчас мы в календарик посмотрим. Ты год спрашивал какой? Нет. 18. Какой? 18. 20-18. Слушай, а число какое? Сейчас, подожди, забыл посмотреть. Посмотри. Морда еврейская. 29. Слушай, а где бармен, который до тебя был? Где он? Да. Да, ты ж вроде как... Старый взял все бабки и свалил на Майорку. Где этот вот, коротышка маленький вот, в кепке, который был? Где этот? На Майорку свалил. Прихватил все бабки, кинул меня одного, говорит, выживай по два как хочешь. Нормально. Я думаю, тоже неплохо. А когда он свалил? Так года 4 прошло уже. Каких 4 года? 4. 4. Что, я вообще ничего не понимаю. Я тоже. Ладно, я еще вернусь. С вами пошел, подождите. Нам направить военных сталкеров так, чтобы они могли... Задание, в общем, у нас это. Ой, понюхай пока, нет штуки, могу вас найти. Не, ручки не складывай. Да, так, ты где этого в инстал подобрал? Это... Ты где ее взял вообще? Ты где ее взял? Бля, давай по очереди, брат. Нет, ты где ее взял? Ты мне скажи, где ты ее взял? А я эту штуку видел. Это же одна часть от головоломки. Ты подожди, понимаешь? подожди. Чуть-чуть подожди, пожалуйста. Я закончу с человеком. Есть, стоят там волики. Так, дружочек. Хорошо, тебя я загнул. Ох, ты ему, блядь, не верь особо, да? Здесь, сейчас, год, 18.
Сейчас год 18-й. Феникс. А был 17-й. Да, брат. Был 17-й. Братцы, год. Братцы, чуть позже. Погоди, погоди. Не надо, давай. Погоди. Давай так, друг. Я тебе не сделал плохого, мы тебе сделали хорошее. Но давай-ка с Вейнсталом мы не будем иметь дело. Хорошо? Мы тебя сейчас отдадим торговцу. Я не знаю, что это. Но штука знакомая. Слушай, сохрани у себя. Вот. У себя сохрани. Это часть головоломки, ты понимаешь? Она не просто так. Как же он называется? Забыл. В башке крутится. Она состоит из нескольких частей. И вот когда ее соединишь полностью, хорошо, тогда ты получишь определенный ответ или определенный ключ к чему-то. Ответ? Как я То есть она либо откроется, взаимодействие двух частей, она либо откроется, либо, чтобы сказать тебе, создаст определенный там какой-то стимул, там импульс или еще что-то такое. Это артефакт? Это, видимо, какой-то артефакт, но для чего он? Но он не полный. Я такую же штуку видел, понимаешь, в чем дело? Что она не целая, как же он называется-то? Он состоит из двух или трех частей. Ладно. Он на основе артефакта создан. Убирай. Убирай к себе. Убирай к себе. Так. Интересно, какой интерес. Мне надо к себе в дом. Мне надо к себе в свой дом. Бар. А где я нахожусь вообще? Где бар? Где сейчас бар? Мы в баре. Злосчастная. Слушай, военные, где сейчас бар находится? По идее, мы здесь. Когда мы забрасывали, как бы, эту глоточку здесь. А, да. Подожди. Слушай, а ты не знаешь, когда в 17-м был бар здесь? В 17-м был бар, где был? В 17-м бар на другой точке был. Блин, а где же точка? Подожди, карта. Если у тебя есть точка сбора... Нет карт, у тебя... Туда сейчас должны прийти твои друзья, это верно? Да. Какой промежуток они сюда придут? Ух. Не знаю. Вот видишь, родители. Пойду за бармен дойду. Может быть, я ничего узнаю. Давай. Хорошо. Хорошо. Вы его пока попытайте. Пена, ты знаешь, поспрашивай. Ты мой кровный должник. Себя помню. Ты охотник. Ты дважды мой кровный должник. Ты охотник. А ты уверен в этом? Ты был... Это мое мнение. Ты сейчас. Был... Что же тогда было? Муна ранили. Нет, еще раньше. Ты не помнишь? Нет. НИИБ-42. НИИБ-42? Да. А он там каким раком? А что это? Людмила Сергеевна. Егеренко. Белатников. Краснов. Я знаю эту фамилию. Краснов-то мы уже, извините. Нет, мы еще раньше увидели. Я Краснова, я фамилию Краснов я помню. Крайний раз, когда я тебя видел, очень давно, это было, когда Краснов пришел с своим чудным чемоданчиком. Давно. Я в зоне уже 6 лет. Ну, судя по всему, уже получается 7. Нет. Кроме... Странник. Странник. Странник вытащил меня из пузыря. Краснов. Кукловод. Ты дважды был в пузыре. Кукловод. Кукловод, да, был такой. Кукловод — это Краснов? А, это Краснов. И его я благополучно... Александр Александрович, его благополучно бомбанул в нашей старой лаборатории. НИИБ-42. Ты убил кукловода? Да, братик, блядь, понимаешь? Вот так вот представь себе. Бывает, когда ты отлучишься. Я тебе много расскажу, блядь. Меня не было... Бред, все вместе. Тебя до хера не было, я много тебя как искал. Я аж к монолиту ходил тебя искать. Мы у свалки находимся. Это вода. Окей. Ты будешь воду? Итак, дружище, принести тебя нечего. Ты голый, как сапог. Да чё?
Рассказать ты тоже толком ни хера не можешь, ничего не знаешь. Я пока ничего не могу рассказать. Мне надо к себе в дом. Мне нужно чуть-чуть обосноваться, я здесь сам не могу. Мне надо найти свой дом. А где он, я не помню. Я помнишь, где он? С того случая, пойду как я. Ты меня освободил. Ну что, каша в голове? Ну, в общем, дело обстоит так. Мун, ища меня, совершил немало подвигов. К примеру, нашел и убил кукловода. Раздобыл некое устройство или артефакт, позволивший ему найти меня и доктора. По пути он поймал этого военстала, который, как казалось, был хорошо нам знакомым наемником-пиратом, сейчас нанявшимся к военным сталкерам. Ошибка и гонка за тем, чтобы получить что-то новое из своего организма. На этом Сансаныч поговорил. Кукловод? Но был создан управляющий элемент, который мог содержать там, он был в разы в сотни раз сильнее кукловода. Этот элемент существует еще? Я очень на это надеюсь. Оказывается, вот. И где он должен существовать? Ты думаешь, зря я здесь появился? Я ничего не понимаю. Почему охотник стал военсталом? Он почти стал кукловодом. Кто? Охотник? Он практически даже им стал на несколько суток. Феликс, я до ученок дойду. А потом я надо в хижину свою найти все, что мне надо будет. Вот так вот, блядь, топтал зверьё, пока тебя не было. Как нет хижины? Ну вот так, нету. Ну не может, такое, да, меня зверьё даже не трогало. Тебя никогда, не было, живу, тебя не никогда было. Не трогал тебя зверушки. Тебя не было почти больше полугода. Кого полугода? Хотел... Года меня не было, года нас не было, понимаешь, в чем дело? Да. Это было май 17-го года, май 17-го. Ты её топтал, это твоё жильё. Нету твоего дома больше, нету. Там, блядь, пустырь затоптанный. Я бы Киренко вышел из сказал. Егерь Ерес на месте, не знаешь? Егерь я давно не видел. А ты откуда про него знаешь? А? А ты откуда про Егерь знаешь? Знаю, потому что ты Егерен. А он с ним работал. Здрасте. Что да. Он больно много знает. Да он везде, да он везде был. А он не нашел, слишком много знает этот военный. А? Но если он охотник, то он знает, то военный многое охотник. Понятно. Ты видел военного охотника? Охотник. Охотник? Помнишь год назад? Феникс, надо найти бродягу с пиратом. Он и есть пират. Охотник и есть пират. Еще ты хуже, вспомнил? Да. Ты не помнишь бродяга, этого? Людмила Сергеевна. Ты не помнишь, что ли меня? Если абонданту один, чё? И дробовичок возьми. Вот не, пока. Мы посвяти. Уйдем, возьмем. Только посвяти-ка. Сколько посвятил на него? Да много чести. На свет его вытащим и расходим. Не помнишь меня? Когда ты вместе со Странником и с Фениксом охраняли Муна, когда он был ранен. Кто появился? Ты? Ты? Пират, ты? Да. Так, одной проблемы меньше. Это у тебя проблемы меньше, а у меня с мозгами совсем проблемы. А что вы держите его под прицелом? Я вообще уже ничего не понимаю, Гор. Гор, так, подожди, он у нас слушай. Теперь военный сталкер, как видишь. Нет, ну подожди, военным словом можешь... И я и Феникс, я так понимаю, и ты что тоже. Ты, я так понимаю, что ты просто заделался. Лицо немножко незаконное. Под военного сталкера, да? Меня купили. А где найти бродягу? Бродяга? Мне на тоже нужно. Слушай, давай сделаем так, я сейчас дойду. Меня сейчас проводят до ученых. Вот. Слушай, они почему-то очень хотят с ней со мной связаться. Почему-то очень хотят, сильно. И причем ищут меня. Ну, сходи, может. По всей зоне. Вот. Сходи. Давайте договоримся так. Феникс, через час, час мало, давайте через два часа мы встречаемся здесь, на этом же месте. В баре. Я пока отсюда никуда не стартану, потому что должны прибыть мои. Тебя даже забрать? Нет. Мы здесь обычно, может, торговцы договориться.
У меня просто другой точки нет никакой, чтобы мне даже в банальный лагерь встать. Пеня, ты можешь узнать, где мы были целый год с тобой? Да, это мы сейчас у Муна узнаем. Я не понимаю уже смысла, какого его удерживать, я вообще ничего не понимаю. Ну, пусть идет. А потом я вернусь сюда. И кто тебя сейчас поведет к наушникам? Мне доведут сталкеров. Ты уже подрядил? Да, мне уже он. Договорился уже все. Потихоньку поняв, что сейчас к чему, и назначив встречу через некоторое время, доктор ушел. Моя голова еще не прояснилась, и события того года еще не всплыли в моей памяти. Нужно было срочно приходить в себя. Но это уже в следующей серии.